Всем доброе утро. Сегодня 1 августа, последний летний месяц. Я на работе. Сейчас сниму обзор цен, которые у нас 1 августа. На овощи такие цены. Украина, город Мирноград. Огурец такой 20, 15, маленькие 25. Свеколка 15, морковка 20. Острый перчик 1, 2 и 3 гривны. Сладкий перец 20 гривен килограмм. Розовые помидоры 20. Полевые красные 13 гривен килограмм. Такие тоже 13 гривен. Крупные красные 15. Все хорошие, внутри не белые. Борщевой помидор по пятерке. Треснутые такие. Продаем 5 гривен. Зеленый лучок 5 гривен. Ротунда перец 30 гривен. Укроп, петрушка и зеленый лук все по 5 гривен. Редиска 15 гривен. Капуста 8. Картошка 7, 10, 11, 13 и 10. Вот моя вся торговая точка. Ассортимент на 1 августа. Сейчас раннее утро. Приготовили товар весь на витрину. Ждем покупателей. Хочу передать привет всем своим девчонкам, которые смотрят мой канал. Девочки, всем привет. Хорошего всем дня, настроения. Последний летний месяц. Радуемся каждому летнему дню. Всем позитива, хорошего летнего настроения. На канале уже 600 подписчиков. Мне очень приятно. Недавно только было 315 человек. Почти в два раза увеличилось количество подписчиков. Канал смотрят в Украине, в России. Очень приятно. Даже за границей. Много комментариев получаю от Оли из Берлина. Передаю ей огромный привет. В Риге, в Эстонии, в Беларуси. Тоже, девочки, всем вам большой привет. Кто ведет кулинарные каналы, тоже смотрю. Всем передаю привет. Много хороших рецептов. Есть моя землячка, тоже с Мирнограда, Яночка. Тебе тоже большой привет. Правильно. Да. Так, только что были покупатели, немного отвлеклась. Ну, в общем, всем еще раз передаю привет, желаю всем яркого лета. Наслаждаемся каждым летним днем. Всем пока-пока. Подписывайтесь, и я подпишусь обязательно.